Здравствуйте, дорогие художники! Мы вас сегодня поздравляем с новым 2019 годом и начинаем маленькие поздравительные живописные холсты. Допустим, вы же знаете, какие у нас всегда проблемы с тем, что подарить. И мы начинаем бегать по магазинам, искать какие-то подарки в соответствии с теми пожеланиями, которые бы хотели наши любимые люди получить. Мы очень часто не попадаем, потому что настроения людей меняются очень часто, и они то хотят то булочку, то свиную косточку, то ягодку, то арбузик. Все время что-то разное хотят. Поэтому сегодня мы начнем действовать так. Будем делать маленькие живописные подарки вроде бы как для себя, вроде бы как из приятных, привычных предметов, явлений, ягод, возможно, фруктов, каких-то событий, да, примерно подходящие под этот праздник.